n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain à lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Снимаю видео про твердотельный накопитель от компании Seagate, название ему Game Drive для Xbox. В моем случае это емкость 512 гигабайт и это самый настоящий SSD. Кстати, про цену сразу скажу, не падайте, 17 300 рублей стоит этот твердотельный накопитель, но за удовольствие нужно, конечно, платить. На него влезает, ну, более 15 игр, потому что они варьируются, вы знаете, бывают игрушки по 10 гигабайт, бывает и по 60. Его можно использовать для хранения своих игр и для другого загружаемого контента. Настраивается все это дело автоматически. Да, вы скажете, Илья, можно же использовать вообще любой жесткий диск, либо твердотельный накопитель для приставки. Да, отвечу я вам. Этот SSD-шник выпущен компанией Seagate и компанией Xbox в содружестве, поэтому он у нас брендирован внешне. Внутри он, в принципе, ничем не отличается от других SSD. Зато мы получаем фирменный оригинальный дизайн, который сделан под цвета Xbox. Вот посмотрите, вот эта полосочка зелененькая. И получаем шильдик на верхней панели твердотельника. Да-да, вот здесь вот на черненьком. Сверху у нас индикатор работы, шильдик Xbox и справа внизу шильдик Seagate. Включается все это дело по USB, это внешний твердотельный накопитель. Дальше в меню выбираем, что мы хотим его отформатировать и выбираем для чего. В самом Xbox, в менюшке, либо для просто мультимедиа контента он не будет форматироваться, либо для хранения игрушек. Он отформатируется и игрушки можно будет закачивать прямо на него. Либо туда переносить уже существующие игрушки, скачанные в приставку. Я провел тесты на встроенном жестком диске, игрушка загружается где-то за минуту 20. Перенеся игрушку на твердотельный накопитель, у меня это время сократилось до где-то примерно там 40-45 секунд. Ну, все так относительно, потому что там есть заставочки, которые нельзя пропустить, но факт в том, что, конечно, да, работает быстрее. По сравнению с другими твердотельными накопителями, здесь у нас скорость получается до 440 мегабайт в секунду. Сумасшедшая скорость. Ну, в принципе, SSD-шки так и должны работать. Твердотельный накопитель компании Seagate, который сделан специально для работы с Xbox. Давайте разберемся. Для начала нужно, наверное, всем объяснить. Так, это у нас геймпад от Xbox One S. Это сама Xbox. Внутри вот этой Xbox One S стоит жесткий диск на 500 гигабайт. Ну, он обычно работает и, в принципе, не возникает никаких проблем. Сзади консоли имеется два USB входа, которые можно использовать для подключения устройств. И еще один USB-шка есть впереди. Как их можно использовать? Можно подключить внешнее устройство хранения. Если тебе мало 500 гигабайт, которые стоят в приставке, конечно, их можно увеличить внутри, но можно использовать и внешние жесткие диски, либо SSD-диски. Ну или как еще называют, твердотельные накопители. Все уже, наверное, слышали, что твердотельные накопители, SSD, работают, ну, примерно где-то в 10 раз быстрее, чем обычный жесткий диск. И это означает, что если мы будем хранить игрушку, закачанную вот сюда, и подключать ее к приставке, все правильно, да, вы правильно ответили, что она будет грузиться быстрее. Конечно, можно задать вопрос, а почему именно этот твердотельный накопитель Game Drive for Xbox SSD? Ну, для Xbox все потому, что, ну, просто в сотрудничестве с компанией Xbox и Seagate два вот этих бренда объединились и выпустили, как бы сказать, фирменный аксессуар, который, ну, по факту является обычным твердотельным накопителем, который раскрашен в цвета вот этот вот зеленый Xbox, хотя сейчас приставка, она уже полностью беленькая, но внутри все у нее, в принципе, по теме можно настроить вот тот еще зеленый цвет. Стоит 17 300 рублей. Вот это на 512 гигабайт на рынке можно найти от, смотрел, 12 тысяч, вот как раз где-то до 17 тысяч цена на такой объем SSD-шки варьируется внешней. Ну а дальше все уже зависит вообще от компании, от их технологий, насколько все это долговечно будет работать. Потому что вы знаете, покупаешь дешевую, к примеру, карту памяти, она может быстро сломаться. Ну вот у меня так происходит. Ладно, в чем еще фишка? Я могу дома хранить здесь игры, как написано на сайте, ну до 15 игр влезает, потому что там они в зависимости от объема. Вы знаете, игрушка может быть и 10 гигабайт, а может быть и 60 и больше. Кабелем подсоединяешь к другой приставке, вообще не у себя дома, и играешь в свои игры. Это удобно. Если у вас появились какие-то вопросы,
вы хотите почитать подробнее, то ссылку на официальный сайт я оставлю вам где? Правильно, в описании. Там можете еще раз все это дело перечитать, если интересует. На худой конец можно использовать Xbox продал, можно для компьютера использовать, но как обычное средство хранения. Зато будет очень быстро. С вами был Илья, до новых встреч, пока!